Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, проспект Гая, 69. В магазине появилось огромное количество новинок, сейчас вам все покажу. Гирлянда занавеса вьюга длиной 1,8 метра, высота ее 1,4 метра, светит теплым белым светом, здесь 72 лампы и 8 режимов для использования внутри помещения. Цена 242 рубля. Светодиодная лента торговой марки D-Max. Продается она вместе с пультом управления, с блоком питания и с контроллером. Общая длина ленты 5 метров. Здесь 25 режимов свечения мультиколор, 300 LED ламп. Крепится на двухсторонний скотч длиной 3 метра. Производитель Китай, цена 350. Новинка в магазине «Светофор» – это коврик универсальный из ЭВА. Цвет здесь, как видите, в ассортименте, производитель Россия. Размер 47 на 85, цена 299. Покажу поближе, как выглядит этот коврик. Он пористый и очень-очень легкий. Еще одна очень классная новинка – это духовка электрическая с двумя конфорками, торговая марка Energy. Объем духовки 30 литров, мощность 1400 Вт, в комплекте металлическая решетка, противень и ручка для противня. Производитель Китай, цена 5165 рублей. Также в продаже есть чайники электрические торговой марки Homestar. Объем 1,8 литра, мощность 1500 Вт. Производитель Китай, цена 552. Следующая новиночка от торговой марки Energy – это электрическая плитка, однокомфорочная, мощностью 1000 Вт. Имеется защита от перегрева, плавная регулировка температуры и световой индикатор работы. Здесь вот все на русском языке. Цена 440 рублей. Из новиночек есть еще самовар электрический Матрена. Объем его 3,2 литра, максимальная мощность 2000 Вт. Здесь автоматический выключатель, закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали, защита от работы без воды, функция поддержания температуры. Также в комплекте идет заварочный чайник керамический 800 мл. Цена 2880. Покажу поближе, как выглядит этот самовар. Очень красивый, статный. Также привезли утюги электрические торговой марки Матрена. Мощность 2200 Вт и все здесь есть. Пар, спрей, вертикальное отпаривание и сухая глажка. Производитель Китай. По цвету они здесь бордовые, синих вот как на рисунке нет. Стоимость 725 рублей. Также в наличии есть еще вот такие утепленные сапоги из ЭВА. Они с мехом внутри. Есть мужские и женские размеры в ассортименте производства Россия. Цена 599 рублей. А еще есть утепленные галоши, они тоже изготовлены из ЭВА, внутри тоже мех и имеется меховая опушка. Высокие галоши, цвет в ассортименте, размеры тоже разные. Цена 347. А еще есть вот такая обувь утепленная, домашняя, с меховой опушкой. Размеры в ассортименте есть как женские, так и мужские. Производитель Россия, цена 319. Жаровня со стеклянной крышкой, диаметр 28 см, стоимость 801 рубль, в составе алюминия и противопригарное покрытие. Производитель Россия. Еще одна новинка в магазине «Светофор» – это мантоварка алюминиевая. Здесь три секции, объем 4,5 литра, изготовитель Россия. Обычная мантоварка, стоимость 1090 рублей. Также есть гель для душа Dream Nature на выбор два варианта, 500 мл объем, стоимость 68 рублей. И привезли новый шампунь для всех типов волос, называется «Минута» со зверобоем и крапивой. Объем здесь 1000 мл, цена 70 рублей. В наличии есть отличные коврики для дома в составе полипропилен и джут, размер 60 на 100 см. Изготовитель Россия, город Димитровград. На выбор два варианта по дизайну, цена 361 рубль. В магазине «Светофор» в продаже есть мебель, стол кухонный, раскладной, размером 60 на 80 на 75 см. Раскладывается вдвое, цена 2549 рублей. Также есть журнальный стол придвижной со столешницей размером 40 на 60. Высота стола 71 см, он на металлокаркасе, цена 1400. А это стеллаж металлический, 6 полок в виде корзин. Размер 189 на 60 см, цена 1688. Вешалка напольная, металлическая, с крючками, стоит 986 рублей, диаметр ее 60 см, а высота 167 см, производитель Россия. Цвет черный в наличии. А это напольная сушилка для белья. Здесь три яруса, она передвижная, на колесиках. Размер 75 на 58 и высота 165 сантиметров. Цена 1238 рублей. В магазине «Светофор» сейчас лучшая цена на яблоки, сорт «Гала». Цена за килограмм 45 рублей.
В продаже есть очень классные полотенца, махровые для рук размером 30 на 60 сантиметров, в составе хлопок, производитель Узбекистан, цена 74,80. Также есть комплекты кухонных полотенец, в комплекте их два, размером 30 на 60, они разного цвета. На выбор в магазине два дизайна, оливки и кофе, производитель Узбекистан, цена 173. И есть кухонные полотенца, крупная вафля, они также изготовлены из 100% хлопка, размер 40 на 60 сантиметров, в наличии в ассортименте по цвету, цена 65. Друзья, еще одна новиночка в магазине «Светофор», пока, правда, еще без цены. Смотрите, какие высокие носочки привезли, есть и мужские, и женские. Размер в ассортименте, в составе 80% хлопок, 17% полиамид и 3% лайкра. Производитель Китай. Теплые носочки, махровые, с рисунком. Также есть и женские, тоже по 3 пары, они с рисунком тоже. Цены, к сожалению, как уже сказала, пока нет. Прям тепленькие носочки, такие плотные, хорошее качество. В продаже есть ветчина классическая, ГОСТ, 325 грамм. В составе свинина, вода, соль, фиксатор окраски, сахар и желатин. Железная банка, цена 99 рублей. Печень трески натуральная, торговая марка Беринг, масса 230 грамм, в составе печень трески атлантической куски, соль пищевая и перец черный горошком. Тоже металлическая банка, цена 169 рублей. Хамса обжаренная в томатном соусе, торговая марка Порт Темрюк, 230 грамм, производитель Краснодарский край, железная банка, стоимость 38,70. В продаже есть закусочка фасоль по-тоскански от торговой марки «Дядя Ваня». Продается в стеклянной банке. Здесь 460 грамм. Производитель России, Краснодарский край. Стоимость 105 рублей. Также от «Дяди Вани» есть овощное ассорти, томаты и огурцы маринованные. 1800 грамм в этой банке. Стеклянная банка. Цена 199,90. Соус горчичный от торговой марки «Кухмастер», продается в дой-пакете, 260 грамм, производитель Самарской области, цена 45. Новинка – скумбрия дальневосточная, натуральная, с добавлением масла, куски. Здесь сколько масса-то? Масса 250 грамм, производитель Приморский край, поселок Преображение. Цена 60 рублей. Шпроты из балтийской кильки в масле, 230 грамм, рыбная деревня, торговая марка, тоже металлическая банка, с ключом, производитель Калининградской области, город Светлый. Цена 94,50. Лосось тушеный, торговая марка «Формула Коста», тоже металлическая банка, с ключом. Здесь филе измельченное тихоокеанских лососевых рыб, производитель город Новосибирск, 220 грамм масса, цена 60 рублей. Закусочка «Аджика домашняя» по-аджарски, торговая марка «Дядя Ваня», продается в стеклянной банке, 460 грамм, цена 99 рублей. Еще одна новинка от торговой марки «Кубаночка», это слива в легком сиропе, 750 грамм, цена 112,60. Шпроты из балтийской кильки в масле, торговая марка «За Родину», продается в стеклянной банке, прям видно каждую рыбку. Цена 126 рублей за 270 грамм, ГОСТ. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Берегите себя. Всем пока-пока.